Так, давайте рассмотрим наши возможности бизнеса. Знаете, все начинается с мечты. Каждая мечта человеку дается, наверное, вместе с силами, чтобы осуществлять ее. У всех мечты разные. Вот я на картинках хотела показать, какие мои мечты. Первое, это, конечно, став директором, получить машину, затем купить себе дом большой-большой с бассейном, ну и путешествовать по всему миру. Вообще Наполеон Хилл говорил так, что стать реальностью может любая мечта, какая бы она ни была, если вы поверите в эту мечту. Поэтому я желаю, чтобы вы мечтали о хорошем. Мечтайте, не бойтесь того, что вы не сможете эту мечту осуществить. Не задумывайтесь об этом, просто мечтайте. Мечтайте о хорошей жизни, мечтайте конкретно о каких-то целях, которые, о каких-то, не знаю, то, что вы достигнете в жизни, вот об этом мечтайте и не задумывайтесь. Мечтам суждено сбываться, знаете, в каком случае? Если вы замените слова, смотрите, мечта на цель. Да, целенаправленно мечтаем. Желание на задачу. Раз желаем, выполняем определенно какие-то задачи. А стремление на действие. То есть, когда мы стремимся, мы всегда выполняем какие-то действия для того, чтобы у нас все получилось. Итак, давайте посмотрим, мы с вами куда попали, да? И что вообще такое бизнес-система, бизнес-модель, проект, как мы еще по-другому говорим, территория роста, peer group. Итак, давайте посмотрим. Ну, во-первых, вы видите на фотографиях наших активчиков, те, которые уже достигли в жизни, работая с нами, да, большего, чем остальные. Поэтому какая вот сама, что это за система, что за бизнес, да, который вот дает такие хорошие результаты. Итак, во-первых, это модель онлайн-бизнеса. Мы рассматриваем онлайн. Она разработана успешными предпринимателями, которые именно вот целенаправленно работают в интернете, да? Итак, что же вот эта сама по себе модель предполагает, что содержит в себе? Ну, во-первых, это систему. Систему под ключ, систему ведения именно онлайн-бизнеса. Дальше, это огромный опыт. Именно опыт этих предпринимателей, которые делятся с нами этим опытом. Естественно, когда они делятся с нами этим опытом, происходит обучение. Так вот, это обучение, оно еще и организовано. Поэтому сама модель очень отличная, по ней очень легко идти. Самое главное только, наверное, захотеть это сделать. Мы сотрудничаем с компанией Oriflame. Почему с этой компанией? Ну, здесь можно выделить три таких основных момента. Это надежность, комфортность и маркетинг-план. Вы сами понимаете, что надежность любой компании, наверное, будет определяться ее возрастом. Наша компания уже 49 лет на рынке. Срок очень большой. Она появилась уже давно не только на мировом рынке, но и на российском. Уже 20 лет мы на российском рынке ее видим. Никакой кризис ей не помешал остаться здесь. Дальше. Это крупнейший интернет-магазин Европы, самый крупный. Работает компания в более чем 60 странах мира. То есть мы с вами можем сотрудничать не только в России, да, находить партнеров, но и также за границей, в странах СНГ. Вот. Дальше, второе, это комфортность. Чем комфортна нам эта компания? Ну, во-первых, я бы сказала, это качество. Качество продукции в компании, это качество отличное. Оно, ну, я бы сказала, основывается на том, что делается все из натурального сырья. Цены доступные. Очень много дебатов идет на эту тему, что это дешевка, что продукция не такая хорошая. Слышала я очень много раз. Но кому-то хочется продукцию купить дорого, кому-то хочется купить подешевле. Но все-таки я бы определялась не только по цене, но и по качеству. В нашей компании можно купить
отличный продукт качественный и за вполне доступную цену. Поэтому, пожалуйста, если у кого-то есть желание у ваших клиентов купить дорогой товар, то предложите. У нас есть брендовый товар, поэтому, пожалуйста, кому как хочется, да, на любой вкус. Следующее. У нас есть выбор. Более 1500 наименований различной продукции. Здесь у нас и продукция для тела, и декоративная косметика, и аксессуары, начиная от всяких отверток, кончая шарфиками, сумочками, все-все-все можно купить. И здоровое питание для детей и взрослых. То есть, если какая-то продукция кому-то не подходит или не нравится, это не значит, что на этом все, да, можно выбрать любой вид продукции по вкусу, опять же. Следующее, на что еще нужно обратить внимание, комфорт на то, что доставка продукции происходит во все регионы России. То есть мы, в принципе, не переживаем о том, что у нас там за заказом нужно будет куда-то за 3-9 земель, да, 3/10 государства ехать. Нет, в каждом регионе России по несколько СПО, сервисных центров, поэтому вы спокойно можете сами сделать заказ и получить его в ближайшем СПО. Что еще, наверное, радует, это то, что, находясь в другом каком-то регионе, ну, допустим, в отпуске вы там, или какая-то поездка, командировка, да, то вы можете, сделав заказ в интернет-магазине своем, получить этот заказ в том месте, где вы находитесь, всего лишь именно перенаправив этот заказ в нужный сервисный центр. Так что это очень хорошо. Следующее – это маркетинг-план. Маркетинг-план у компании уже отработан. Здесь, в принципе, каждый человек, независимо от профессии, независимо от возраста, от места жительства, находится в равных условиях и может достичь того успеха, который он хочет. То есть все вроде условия всем одинаковые, да, но вот каждый достигает своего уровня. Для этого нужно выполнять какие-то определенные действия, о каких мы будем говорить с вами дальше, и получить возможность именно получить то благосостояние, да, которое вы сами себе определили. Пожалуйста, мечтайте и стремитесь к этому. Компания предлагает нам три возможности. Это возможность отлично выглядеть. Для того, чтобы отлично выглядеть, мы используем продукцию компании, да, выглядим классно, используя декоративную косметику, да, и все остальные крема. У нас Novage очень хорошая линия идет. Ну и также, я бы сказала, здоровое питание. У нас есть линия Wellness, она отлично оздоравливает. Я лично сама на своем уже опыте вам скажу, что да, действительно, даже... Ну, не даже, а от той болезни, которая меня всегда мучила, я через 3 недели уже забыла вообще, что это такое, и очень рада этому. Хотелось бы, конечно, чтобы люди поверили в эту продукцию и начали покупать ее. В первую очередь, конечно же, мода сейчас идет на здоровый образ жизни, поэтому дерзайте, советуйте людям, ну, чтобы вот люди... были намного здоровее. Следующая возможность, которую компания нам предлагает, это зарабатывать деньги. То, о чем я уже говорила, да, у нас есть лестница успеха в компании, на которую может собраться любой, вне зависимости от условий его проживания. Ну и третья возможность – это получать удовольствие. Ну, естественно, мы получаем удовольствие уже от тех полученных благ, которые... заслужили, которые достигли сами, да, это и путешествия, и машины, и все-таки деньги. Кто бы что ни говорил, без денег мы с вами не проживем. Поэтому таким образом, вот благодаря всему этому, мы с вами именно сотрудничаем с компанией Oriflame. Ну, давайте рассмотрим, что нужно, да, для того, чтобы наш бизнес с компанией все-таки состоялся. И мы с вами остались здесь, добились высоких успехов, обеспечили себя и свою семью в будущем,
ну, себя, пенсии, да, свою семью тем, что мы можем по наследству наш бизнес передать. Что для этого нужно? Итак, ну, первое, конечно, это желание зарабатывать. Мы сюда приходим с вами с этим желанием, мы ищем, да, где можно получить дополнительный или основной заработок. Вы сами видите, что в кризис все организации могут предложить нам возможность, да, получения заработка, нет мест, а наоборот, что происходит, это сокращение. Вот поэтому чаще всего мы обращаемся в интернет, да, и пытаемся найти дополнительный заработок именно здесь. Поэтому, придя с этим желанием, нужно не забыть с собой взять еще и желание обучаться. Почему? Потому что у нас все-таки все строится на том, что мы от теории к практике идем, да. У нас есть такая возможность параллельно вести и обучение теории, да, и тут же практиковаться. Поэтому на будущее вам скажу, что обучайтесь, пусть у вас будет вот это вот желание именно саморазвития. Следующее, из подручных, да, рассмотрим теперь конкретно, это скоростной интернет. Интернет он нужен, почему, опять же, потому что мы с вами пришли на бизнес онлайн, да, поэтому интернет нужен, нужен хороший скоростной интернет. А далее, на что еще обращу внимание, это на Skype. У нас офисная программа Skype, здесь мы с вами работаем, здесь мы с вами делимся информацией, обучаемся, да. Вот поэтому эту программу нужно всегда загружать. Ну, куда мы загружаем? На компьютер у кого что есть, да, на ноутбук, планшет или телефон. Вот, поэтому эти подручные средства, вот это самое малое, да, должно быть в нас обязательно. Так, давайте посмотрим, в чем же смысл нашего бизнеса, да. Ну, во-первых, если мы будем говорить с вами конкретно об Oriflame, то Oriflame ушел из традиционного бизнеса. Давайте разберем, почему, да. Вообще существует два вида бизнеса основных, это традиционный линейный и сетевой бизнес MLM. Ушел Oriflame по одной причине. Везде у нас как бы, если мы рассматриваем с вами бизнес или как бы можно так сказать, товары и услуги какие-то, да, это то всегда у нас есть люди, которые производят товар и люди, которые его покупают. Вот, мы пока что относимся к категории покупателей, да, но давайте будем все-таки переходить немножко в другую структуру, немножко в другое русло. Итак, рассмотрим линейный бизнес. Значит, мы производим, ну, производитель производит товар, что для производителя важно? Важен товарооборот. Товарооборот не маленький, важен большой, то есть нужна реализация товара, да. В обычном бизнесе происходит это следующим образом. Через сеть посредников товар переходит от производителя к потребителю. Какие минусы я бы здесь вам назвала? Три минуса. Первый минус, далеко ходить не будем, все уже знают, это контрафактный товар, да, который попадает у нас по ходу движения товара. Второе, это у нас наценка, наценяется по 10% на каждого посредника, да, и в итоге получается, что наценка на товар доходит до 1000%. Мы с вами, естественно, уже покупаем очень дорогой товар за наши копейки, которые мы получаем на найм-работе. Ну и третье – это срок годности. Товар залеживается на складах, ну и в итоге приходит он уже с опозданием, да, до наших магазинов. Давайте теперь посмотрим, о чем разница, да, между традиционным бизнесом и сетевым бизнесом MLM. Компания Oriflame работает по следующему пути. Она производит товар и старается напрямую передать этот товар потребителю. Ну, какие плюсы, да, если мы оттуда возьмем и минусы переведем в плюс, это получается не задерживается на складах, закупается и распродается громадными, как сказать, ну, большие грузы, да, уходят. Второй плюс, это у нас контрафакт не попадает, потому что напрямую идет от производителя. И третий, это наценка.
Наценку делает только сама компания, производитель, да, ну и каким образом попадает, давайте, товар покупателю, да. Итак, двумя путями. Первый путь – это через консультанта компании Арислен, то есть через нас, да, это первое. Здесь, получая товар, покупатель получает товар, ту наценку, которую сделала компания, она нам возвращает эти проценты в виде дохода. То есть мы от товарооборота нашего клиента получаем уже доход. Второй возможный вариант, да, к чему мы стремимся, чего мы добиваемся, да, в нашей сегодняшней бизнес-системе, это работа получения напрямую, когда от производителя лично в руки приходит заказ. Когда заказ приходит лично потребителю, да, то в этом случае получается, что и доход приходит к нему. То есть компания нам за каждый заказ возвращает проценты. Вот таким вот образом. В результате получается, что наша задача будет состоять в том, что мы должны привлечь как можно больше потребителей, людей, которые хотят зарабатывать деньги, да? Таким образом, чем больше у нас будет потребителей, тем больше товарооборота мы с вами создадим, да? Естественно, чем больше товарооборота мы создадим, тем больше мы получим процент от этого товарооборота, который компания нам заплатит. Вот и вся, в принципе, картина, ничего сложного в этом нет. Итак, каким образом, да, можно зарабатывать? Так как я сказала, мы создаем с вами сеть. Не одни работаем, потому что создадим маленький товарооборот, а именно работаем в команде. Работая в команде, получая огромные товарообороты, естественно, получая огромную прибыль. Кого мы можем с вами пригласить? Ну, во-первых, мы с вами можем пригласить наших близких. Близкие, родные, друзья, да, родственники. Приглашая их, в первую очередь, почему мы их приглашаем? А потому что мы делимся самым лучшим. И самым лучшим мы всегда делимся с кем? С нашими родными. Поэтому, естественно, они на первом месте у нас стоят, и именно их мы первых и приглашаем. То есть мы даем им информацию о том, что вот можно купить, да, качественный товар быстро, по доступной цене. Ну и второй вариант – это мы приглашаем незнакомых людей. Откуда создается этот поток людей? Ну, естественно, это мы сейчас с вами живем, да, в интернете, можно так сказать. Мы этот поток можем набирать из досок объявлений целенаправленно, да, информируя и давая возможность людям заработать. Мы можем с вами в соцсетях поработать, когда даем информацию о возможностях заработка, ну или даем рекламу, да, именно нашей продукции, что продукция хорошая, что качество отличное, вот, и человек либо приходит к нам на потребление товара, да, продукции, либо же люди приходят чаще всего на получение дополнительного заработка, то есть таким образом мы можем помочь людям с двух сторон, да. Так, ну давайте посмотрим, как мы с вами будем строить наш бизнес. Мы бизнес наш строить будем, используя турбомарковку. Что значит турбомарковка? Людей, которых мы с вами позвали, близких, знакомых, людей из соцсетей, из досок объявлений, да, мы их всех будем регистрировать в компанию. В компанию мы с вами их, когда зарегистрируем, они у нас уже входят в разряд консультантов. Каким образом мы это делаем? Ну, во-первых, мы их регистрируем друг по другу. Давайте посмотрим, для чего это делается. Да? Ну, во-первых, самая главная цель любого спонсора, который пригласил своего новичка, это помощь в выведении этого новичка на директорский доход. Именно почему таким образом? Все дело в том, что когда мы с вами регистрируем людей друг по другу, каждый из них является и потребителем, да, ну и в то же время некоторые из них, идя на бизнес, да, начинают работать вместе с нами. Естественно, создается товарооборот не одного человека, а команды, то, о чем я вам говорила, да. И вот этот товарооборот той команды, под которым, вот под человеком находится команда, да, создается, из этого товарооборота уже идет процент, то есть доход. Новичок, который еще не понял сути бизнеса и не начал уже активно работать,
он уже видит, что под ним растет команда, и он уже видит, что у него будет такой доход. Поэтому нам очень важно, чтобы новичок на, именно в первое время, вот на первом этапе, увидел, что система работает, что это не просто так, не ловушка, а именно, что она действительно работает. Здесь я рассматриваю всегда двустороннюю связь, связь спонсора с новичком. Это как мама и ребенок, да? Спонсор что делает? Обучает новичка, мотивирует и помогает в построении команды, что немаловажно, да? То, о чем я сказала. Новичок, в свою очередь, должен самообучаться, самомотивироваться и вести активную такую позицию, да? Быть в активной позиции. Для чего это нужно? Ну, во-первых, у спонсора очень много новичков, которых он пригласил. Если вы сейчас уже работаете с нами, то, наверное, заметили, да, что у нас появился чат самых лучших активчиков. Для чего это делается? Идет отбор просто тех людей, которые хотят развивать свой бизнес, да, и как бы получается мы немножко мотивируем тех людей, которые пришли на потребление, чтобы они увидели, что другие люди могут, зарабатывают, да, и могут это сделать, и, естественно, как бы приглашая тех остальных тоже поменять свое мнение и перейти не просто на потребление, да, а именно на зарабатывание денег. Потому что потреблять – это одно, получать 20% скидку, потреблять, но совсем другое, да, когда мы с вами переходим от потребления к заработку. То есть потребляя, можно еще и зарабатывать. Вот это очень такая продуманная, да, в компании, ну, фишка, можно так сказать, которая вот дает возможность людям не только отлично выглядеть, да, но и возможность зарабатывать. Итак, получается, что спонсор, помогая другим стать директором, да, помогает зарабатывать себе. Причем, чем больше зарабатывает его новичок, тем больше зарабатывает спонсор. Итак, когда мы с вами выведем спонсора на, спонсора говорю, новичка на уровень директора, да, вы не забыли, что у нас цель такая стоит, мы получаем уже отдельные директорские ветки. Мы называем их 22-процентники. Что это за ветки? Ну, во-первых, человек, который уже стал директором, он что делает? Он уже выходит на новый уровень, на уровень самостоятельности. Он уже начинает самостоятельно создавать свою ветку, не, и выходит из обучающей, начинает создавать свою ветку. Благодаря тому, что он создает свою ветку, он, естественно, увеличивает свой доход. Что имеем с этого мы? Ну, во-первых, чем больше у нас будет этих директорских веток, тем больше премий, да, и званий будем получать мы. То есть повышать уровень, свой профессиональный уровень и карьерный рост. Итак, давайте посмотрим. Если на начальном этапе новичок получает, как только пришел, скидку 20%, дальше, выходя на уровень развития бизнеса, он уже получает скидку 32% и более процента, то на уровне директора, там, когда он выходит на уровень директора, мы уже от него будем начинать получать пассивный доход. Это очень важно, это наша пенсия с вами. Вот. От первой линии, то есть тех директоров, которые вышли с первой линии к нам, то есть ближе к нам, мы получаем 5%. Дальше, если у этого директора появился свой директор, то мы с этого директора будем уже 2% получать. И так далее, 0,5, 0,25 и так далее, с глубины будем получать. Здесь, что интересно, то, что хоть процент маленький, но именно с глубины идет весь доход пассивный. Так, это понятно. Так, следующее, это у нас премии. Когда мы выращиваем одного директора, мы получаем 1000 долларов. Если получаем, если выращиваем двух, то это 2000 долларов, трех это у нас 3000 долларов. Вы видите, да, звание повышается. Шесть директоров, это уже бриллиантовый у нас директор, и он получает 6000 долларов, и это еще не конец. То есть мы с вами можем выйти на уровень премии 1 миллион долларов.
Так, здесь понятно? Поставьте плюсики, если вам понятно. Итак, уровень директора. Мы с вами вышли на уровень директора. Что с уровня директора предполагается получать? Здесь появляется именно самый вот такой ажиотаж, когда мы с вами, видя уже хороший доход, хотим получать еще больше. Ну, как я уже сказала, это премии у нас, да, от 1000 до миллиона долларов. Дальше у нас действует с уровня директора широкая автопрограмма, и первая машина – это Skoda Rapide. И путешествие за счет компании. С уровня менеджера мы уже с вами путешествуем за счет компании по миру, да, в котором мы с вами живем. Дальше, чем дальше, тем больше. Получается, там один раз в год сначала, потом два раза в год, три раза в год. Ну и конференции еще бывают разные. И выезды за границу тоже в разные места. Поэтому стремимся, да, к тому, что выйти на уровень директора и продолжать развивать свой бизнес дальше. Ну и самое, наверное, такое интересное, хорошее, большой плюс – это 17 выплат в году. Мы с вами 13 не всегда получаем, не все верные, да, я, например, только 12 получаю, а тут целых 17. Так, давайте посмотрим, какие конкретные действия нам нужно выполнить, да, для того, чтобы наш бизнес развивался. Ну, первое – это пользоваться продукцией, покупать не в обычном магазине, где мы привыкли, да, делать товарооборот производителю или человеку, который организовал, да, сеть этих магазинов, а себе. То есть идем в свой магазин и покупаем то, что есть у нас в своем магазине. На что обращу внимание, то, что делая больше товарооборот себе, вы получаете, естественно, больше доход тоже себе. Второе. Приглашаем людей на бизнес. То есть рекрутируем. Этому нужно учиться, поэтому на это обратите особое внимание. Команда будет расти только в том случае, если у вас будет отличный навык рекрутирования, иначе не получится. Ваша задача, приглашая людей, научить их дуплицировать те действия, которые делаете вы, делает ваш спонсор, да, делает наш лидер. То есть научиться всего лишь выполнять одно и то же. В принципе, это несложно. Повторять мы с детства умеем друг за другом, да, поэтому этот навык, я думаю, ни у кого не исчез. Поэтому приглашайте людей, повторяя только те действия, которые делают ваши лидеры, ваши спонсоры. Так, ну и третье – это обучаться. Нашла такую фразу – учение свет, а не учение чуть свет и на работу. Вот, так что обучайтесь для того, чтобы уйти с нами работу на онлайн-работу, да, именно развивать свой бизнес. Так, ну давайте посмотрим, что у нас в помощь, да, нам предлагает наша бизнес-система. Ну, первое – это бесплатное обучение, да, это вебинары у нас проходят 14:19 по московскому времени и обучение 14:30 и 19:30. Дальше, обучающий сайт у нас есть, пароль вам даст ваш спонсор, у кого есть, очень хорошо, не закидывайте в долгий ящик, начинайте работать с этим сайтом. И есть канал YouTube командный, есть канал на YouTube у наших лидеров, у ваших спонсоров, поэтому даже из других структур. Ваша задача всего лишь научиться самостоятельно добывать ту информацию, которая вас вот интересует на данный момент. Да? Можно открыть YouTube, написать, напечатать, внести строку, и, пожалуйста, вам очень много по этому запросу выдадут информации. Ваша задача только посмотреть и внедрить эти действия себе, да, для своей работы. Второе – это готовая система быстрого роста. Методики и рекомендации, как что делается, да, но и система пошаговых действий, то есть как друг за другом выполнять действия. Как я всегда говорю, чтобы на голову нам не свалился ушат, да, воды, и мы промокли, а именно потихонечку глоточками, потихонечку осваивали одно, другое и так далее. Дальше, помощь команды до результата у нас идет. То, что я вам уже говорила, да, у нас круглосуточные скайп-чаты,
В любое время вы можете задать вопрос и получить ответ. Ну и поддержка наших лидеров, наших спонсоров. Следующее – это инструменты для рекрутирования. Есть сайты-визитки. В интернете очень много подобных. Вы можете посмотреть и создать свой. Ну, как бы сказала, бренд, да, свой продвигать в массы. Ну, рекрутирующие ролики у нас есть и вебинары презентационные, вы можете тоже посмотреть. Так, ну и пятое, это модель бизнеса, которая дает нам растущий пассивный доход в будущем. Ну, вот насчет этого, давайте посмотрим, что же будет, да, в будущем с нашим доходом, с нашим, с вашим. Итак, выйдя на уровень менеджера, на уровень директора, кто как хочет, открываем ИП, да, по упрощенной системе налогообложения. Дальше расчетный счет в банке открываем и платим всего лишь не 13% с нашей зарплаты мизерной, когда мы делаем, а всего лишь 6% с прибыли у нас будет налог. Ну и плюс еще, конечно же, взносы в пенсионный фонд. Лишнее это никогда не будет. Поэтому пока вы не открыли еще ИП, ничего страшного, все деньги у вас будут копиться на личном кабинете, в вашем личном кабинете. Вот. А потом вы уже, когда откроете ИП, вам на расчетный счет в банке уже эта сумма придет, и вы можете спокойно ее открыть. То есть, в принципе, все ваши сбережения, ваши доходы, они никуда не денутся, они будут с вами. В результате, да, что мы получим? Если работать по системе вот этой, по которой я вам говорю, да, что произойдет? Ну, во-первых, у вас появится свой успешный бизнес, который вы сможете по наследству детям своим передать. Дальше, это путешествие. Когда мы еще с вами выедем куда? Я, например, еще сама лично нигде не бывала. Поэтому для меня путешествие – это не на последнем месте. А третье – это личностный и карьерный рост. Это тоже очень важно. Не всегда на найм-работе можно выйти и сделать какую-то карьеру. Почему? Потому что те люди, с которыми вы работаете, очень часто завидуют и могут напакостить, да? Вот. Здесь же у нас приветствуется карьерный рост. Все наши спонсоры хотят, чтобы мы достигли самых хороших, самых высоких уровней. Вот. Поэтому здесь легче сделать этот карьерный рост. Это постоянно растущий доход. Нигде, ни на одной найм работе у нас нет такого, чтобы периодически, допустим, хотя бы, да, каждый год наш доход увеличивался. Я уже 16 лет работаю в школе. Скажу вам так, что бывает один год на 200 рублей больше нам дадут зарплату, вот, на следующий год ее уберут обратно. Потом опять делают вроде бы, да, какую-то прибавку 200 рублей, посмеемся опять вместе над этой надбавкой и живем дальше. А здесь мы видим этот постоянно растущий доход и стремимся делать больше. Почему? Потому что именно от наших действий будет зависеть этот доход. Пассивный доход в перспективе. Ну, где еще мы можем такое найти, да? Работаем, работаем на найм работе. В результате получается, что выше на пенсию, например, учительская пенсия там 8 тысяч, что ли, с копейками, у кого 7 тысяч. Ну, вроде отработали, такая работа тяжелая всю жизнь с детьми, все время на нервах, вот, а в результате выходим даже той зарплаты, вот, которая была у нас на найм, допустим, да, она даже, вот эта пенсия, она даже до этого уровня не доходит. Просто смешно иногда бывает, до слез. Вот, поэтому пассивный доход в перспективе один, наверное, из важнейших моментов ключевых, на которые нужно обратить внимание. Потому что пенсионеры, вы сами видите, ходят, потом подбираются. Я, например, не хочу так жить. Вот. Дальше. Признание от компании и партнеров по бизнесу за тот успех, который у вас получился. У вас получился, а вас компания поощряет за это, да, и признает, где вы такое тоже еще увидите. Дальше. Работа в позитивной команде. У нас действительно позитивная команда. Люди все с добром ко всем относятся. Поэтому не всегда тоже, опять же, на найм работе можно найти таких добрых компаньоров, партнеров, да, можем так сказать.
еще одна такая вот хорошая, да, возможность это получить автомобиль. Некоторые за всю жизнь не могут себе купить автомобиль, а тут компания за то, что вы растете, уже дарит вам автомобиль. И причем не один автомобиль. На это тоже нужно обратить внимание. Итак, что же нужно делать? Так как у нас нет сегодня новичков, давайте я по-быстрому повторю, что у нас должно друг за другом идти, да, чтобы правильно вести новичка, да. Итак, первое, зарегистрироваться, вы с ним зарегистрируйтесь, активируйте обязательно номер, либо через почту, либо смс, сообщением на телефон. Дальше, обращаем внимание на активационный заказ. Либо мы делаем активационный заказ маленький, но это если человек не может, да, либо предлагаем ему два варианта еще. 100 баллов делаем, проходим 4 шага, получаем подарки. 4 подарка, каждый по 199 рублей. А там наборы, они стоят от 1500 и более. Вот, дальше акцентируем внимание на то, что чтобы получать доход и идти уже по лестнице успеха, нужно вступить в премьер-клуб. Для этого всего лишь 150 баллов сделать. Научите делать своего новичка 150 баллов. Покажите ему, как это делается. Дальше, получить доступ на обучающий сайт. Ну, вы уже получили этот доступ, дайте этот доступ вашим новичкам. Первый шаг, пускай пройдут вкладку «Новичок». Далее, второй шаг, проходит он уже как консультант, дает ему пароль. Все знаем, да, пароль «Лидер 2016». Вот. И акцентируем внимание на то, какие у нас есть там обучающие, какая обучающая информация есть, да. Дальше, скайп у вас уже есть, у кого нет, установите хотя бы на телефон, можно на телефоне по скайпу работать, очень хорошо получается, я, например, успеваю и в телефоне, и на компьютере, то есть если я не дома, то всю информацию я с телефона могу взять. Вот, обязательно присоединяйтесь ко всем скайп-чатам, у нас их несколько. Вот, у каждой группы еще свои командные чаты есть, поэтому не теряйтесь. Дальше обучайтесь, самое главное обучайтесь. Чем, да, воспользоваться вы уже знаете, и обучающие сайты, вебинары. Кто-то на семинары ездит, молодцы. А у кого там близко, это Красноярск, Господи. Где там у нас Марина Семенкова живет? Вот они постоянно ездят на семинары. Вот. Дальше, контактируйте с командой, не забывайте своих новичков, старайтесь по максимуму работать ради них, ну, ради тех активчиков, которые у нас есть, ну и подтягивайте тех, кто еще уснул, да, и не знает, как что делать. Так, ну и командный канал YouTube используйте, там у нас все видеоролики, если вы опоздали, не пришли, мало ли, у нас обстоятельства жизненные разные, да, не пришли на вебинар, можете посмотреть в записи. Вот. Ну и учитесь рекрутировать. Рекрутируйте, это нужно, ищите лучший вариант для себя, комфортный, чтобы у вас набор в команду партнеров и потребителей шел. Мы с вами стремимся к одному рекруту в день, да? Поэтому держите наготове всегда то, что у вас вокруг вас люди, и можно с ними пообщаться. Давайте им возможности. Показывайте, что существует такая возможность заработка. Так, ну и напоследок, последний слайд у меня. Скажу следующее. Есть два взгляда на будущее. Один с опаской, другой с предвкушением. Выбирайте с предвкушением, мечтайте. Пусть у вас все получается. Удачи вам, роста карьерного, ну и всего-всего самого доброго.